Казахстанские дипломаты приняли участие в обсуждении подготовки к празднованию 75-летия ООН. В ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН Фабриция Хокшильдом министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлюберде ознакомил собеседника с инициативой главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию президентского молодежного кадрового резерва и проводимой в Казахстане работы в сфере цифровизации. Отмечу, что основными темами юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН станут как раз вопросы цифровизации, а также молодежной политики. Мы обсудили вопросы сотрудничества по многим вопросам, говорили также о тех достижениях, которые удалось добиться Казахстану. У вас есть чему поучиться, особенно если касаться вопросов цифровизации. В целом, за 27 лет со времени вступления Казахстана в семью ООН нам удалось достичь высокого уровня взаимодействия по всем направлениям деятельности организации.